Здорово всем, ребят, с вами Хилхерц, и у нас игра Curse of the Dead Gods. Давайте продолжим наше приключение по затерянному храму и попробуем дойти подальше, поглубже. По-моему, мы начали с вами третье приключение. Дошли уже немножко, прошли. Вот, и давайте вспоминать пытаться. Так, управление примерно помню, сейчас сделаем погромче. Амана. Вроде все живы, целые орлы. Мое, как говорится, почтение. Надеюсь, мы не отъедем дальше. А главное вспомнить механики. И не подгореть раньше времени. Так, эта фигня вроде бы... Давайте с мага начнем. Как вы можете понимать, я немножечко... Замешательство и немножечко хлебушек, но это норма. Так, что у меня за оружие? Ага. Травит ядом. Мое почтение. Так, давайте не будем ловить ненужный урон. Было бы просто максимально неловко отъехать в самом начале. Надо бы тигра убить, но он не дает себя убить. Понимаете, в чем фишка? Угу, так. Доджим просто. На мана. Вот сейчас надо убивать. Просто максимально. Смотрю, как Монсита. Что творит? Давайте застанем их. Бабах, сюда. Катимся. Решил ауешнуть. Быстро убить тигра. Если успеем. Успеем. Готов. И теперь главное, чтобы он не успел воскресить нового, а я успел его убить. Мое почтение, в общем-то. В принципе, проблем не было. Немножко хп потратили. При прохождении через дверь. Отлично. Восприятие это золото, это не очень круто, но как бы что дают, мы берем. Проверка. Да, свет остается. Так, это вроде бы не опасный противник. А, я если даже в любом случае просто касаюсь этой штуки, она в любом случае триггерится. Понятно, будем знать. Ну, его взорвет. Хорошо, нормально. Так, держать. Там еще маг, кстати. Маг, колдун и чародей, который призывает этих негодяев. Недолго он призывал, как говорится. Самая большая сложность — это вот босс следующий, потому что я вообще не помню, как с ним драться. Пылающий щит. Огненные атаки, 42. Давайте. Не знаю, конечно, как это будет работать, но попробуем. Так, не самая лучшая комната. Поэтому придется дважды подумать, как тут победить. Но я думаю, мы с вами не пальцем деланы, и мы справимся. Сейчас эта фигня сгорается, и мы проходим дальше. Отлично. Жертвуем небольшим количеством золота, но зато можем пройти. Хорошо. Погнали. Так, у нас либо статы, либо неизвестные. Давайте в статы. Главное не растерять большое количество здоровья до босса. Если мы с этим справимся, мы чемпионы. Мы очень постараемся справиться. На всякий случай взорву все сразу. Так, у нас открылась тайная тропка. Возможно, и не очень тайная. Как говорится, возможно, не открылась. Но это совсем другая история. Блин, вот эти ребята встанут, будет очень круто. Слушайте, хороший дамаг. Я могу просто ему в спину напихать и все. Ну-ка, давайте. Я думал, урона будет больше, честно говоря. Ну ладно. Наверное, есть смысл добивать комбинацию. Нормально, убили. Так, зажигаем свет. Нужно больше света. При прохождении через дверь. Давайте заменим... По сложению. Давайте вот это заменим. Потому что, по сути, теперь мы будем иметь 10% хп при прохождении через дверь. По-моему, супер офигенно звучит. Я, конечно, не эксперт, но что-то мне подсказывает, что это может заролять. Есть мистер Мак колдун чародей. Сейчас мы его быстро завалим. Ее, не знаю. Блин, очень хорошо запукал. Хорошую атаку. Надо увернуться, не получить дамаг. Хорошо, что у противников есть хотя бы минимальный friendly fire. Вот это прям 160 дамага в лицо. Но мы, в принципе, похилимся. Не такая уж большая проблема. На самом-то деле. Думал, мне достанет. Виноват. Ну, надо добивать. Блин, грустно. Половину хп потратили. Но сейчас, в теории, мы пройдем и немножко зарегенимся. А, ну мы и так хильнулись. Так, давайте купим статы. Здоровье. Ну, в принципе, я, наверное, возьму просто к здоровью. Хотя за 40 давайте возьмем. Я не думаю, что там будет слишком плохое проклятие. Надеюсь, не будет. И в теории на следующем, скажем так, на следующей комнате мы попробуем найти хорошее оружие. Сейчас мы у нас, давайте запомним, 1000 хп. Сколько будет? Оружка, оружка. Давайте оружку. 1200. Нормально, похилились. Жить можно. 10% где-то нам дали. Безумные видения. Ну-ка, ну-ка. Получаемый урон. В принципе, нормально. Не идеально, не сложно, жить можно. О, не самые приятные противники.
хотелось бы отметить. Так, давайте, он остался один, сейчас будут криты. Нормально, новые вылезут? Конечно, вылезут. Надо быстро выключить из игры мага позорного. Угу, это не так-то просто делать. Давай добиваем. Wonderful, как говорится. Ну я просто сюда подошел, пес. Нормально этого. Блин, а как так вышло? Я думал, мы его добьем и все будет alright. А alright не было. По-моему, еще одна стадия будет, есть такое предположение. Вот типа еще одна волна. Волна, да, обидно. Угу. Это, кстати, очень сложные противники. Не хочу врать, но это нормально так. Придется запотеть немножко. Как он попал? Я не понимаю просто, ребята. Он не должен был попадать, но он взял и попал. Как будто так и надо. Очень много урона. Очень много урона ловим. Давайте эту падлу добьем. Падла добита. Так. Теперь давайте хилера попробуем убить. Ты глянь, как он мансит. Просто что творит собака. Ты смотри, что творят. Они еще и новых призывают. Нет слов, надо с этим разбираться в любом случае. По-моему, он разобран. Да как он... Ну, это не серьезно, я считаю. Такого не должно происходить. Не. Не. Просто она жива? Серьезно? Сколько же в ней хп? Да, оружие надо менять. Хорошо. Как говорится, поняли, плюс приняли. Пистолет... Прикольно, но нет. Потом камнелом это на копье поменяется. Корона на свету? Не знаю. Либо рассекатель. Вау. Я ничего не буду брать, потому что что то фигня, что это фигня. Знаете, с таким сетапом босса мы не завалим. Я прям более чем уверен. Поэтому все очень плохо, честно вам скажу. Реликвии могут немножечко улучшить ситуацию, но как бы еще дойти нужно очень и очень далеко. Вот в прошлом забеге оружие было великолепное, вот серьезно. Берется не в сказке сказать, не пером описать. А вот тут что-то как-то не повезло, знаете ли. Не успел, господи, ну я же просто не успел отойти. А как это проходить? Я не знаю, честно вам скажу. Здесь мои полномочия, все. А, так они эту жопу вылечили еще. Нормально. Так, недослет. Бывает. Ладно, главное не отчаиваться. Рано или поздно нам повезет, я думаю. Не может же постоянно навести, правильно? А, так он до фула его лечит. Ни хрена себе. Ну ты серьезно. Владос, ну соберись. Просто постоянно ПКД спамит новых противников. И как с ним быть? Сколько там хп осталось, покажите. 710, мало, не хватит на босса. Мне фул хп в прошлый раз не хватило. Было бы очень неловко, если мы этот ран зафидим. Ну и начинается моя любимая цепная реакция. Сейчас мы будем полчаса ждать, пока у нас пройдет огонь. И никак иначе. Подобное место у нас уже было, насколько я помню. Не то, чтобы оно мне очень не понравилось. Ну, как-то сомнительно. Еще одно событие с противниками. Вы серьезно? А можно поменьше врагов? Потому что их прям очень много. Почему вот он не застрелил напарницу свою, а? Мне кажется, это было бы честным. Давайте мага быстро попробуем вырубить из игры. Блин, они ауешат просто по КД. Ждем, уворачиваемся. Ну, давайте его застанем. Просто лук... А, слушайте, так ему нельзя отбить атаку. Забавно, забавно. Да... Ну я задоджил, ну вот 100% задоджил. Чё за хренотень? Восприятие. Восприятие мне нафиг не надо. Мне, по сути, нужна ловкость в большинстве своем. Здесь мы должны реликвию дать. Где моя реликвия? Алло. И я не понял. Или еще события? Не, события больше не будет. Ну хотя бы так. Так, 10% сложению. Вот это прикольно, но не знаю. Во, берем это однозначно, но за место чего? А, я здесь могу помешать, поменять. Наверное, вот это. Придется поднести, конечно, кровь.
Потому что в противном случае ничего хорошего не выйдет. Ну, а теперь мы сможем хиляться, если будем эффективно драться. Ну, еще одна реликвия, и потом босс. Постараюсь не получать дамаг, и все будет all right. Это новое. Обычные враги маски... Ой, нет, это было, это очень неприятная штука. Очень неприятная. Вот прям не буду вам врать. Вон, видите, их только на свету видно. Ну, отлично, отлично, дамаг не получаю. Просто мое почтение. Я уже не вижу. Расслабился. Не-не-не, нельзя расслабляться максимально, нужно собраться. По-моему, пока я не убью этих тварей, ничего хорошего не произойдет. Ну вы серьезно? Ну хотя бы так. Хотя бы так. А я всех развалил? Нормально, я жесткий. Это я, здорово. Думал, что-нибудь тайное откроется, но, видимо, нифига. Не, босса мы не завалим, проверяйте. При всем моем желании, при всем моем умении и неумении, вряд ли это получится у нас с первого раза. Да и со второго, да и с третьего. Обидно, хороший ран. Ну, не хороший, не плохой. В принципе. Как вы говорите, какой и есть. Не получилось, не шмогла. Ладно, мелочи жизни. Рано или поздно что-нибудь да получится. Надо будет по календарю выхода игр посмотреть, когда же у нас выйдет Ори. По-моему, уже вот-вот-вот, прям очень скоро. Угу. Так, здорово, тигр. Но сначала надо мага убивать первым делом, в любом случае. Я увернулся, вот отвечаю, просто проверяйте. Ну а как, что мне сделать? У меня закончилась стамина, и в этой ситуации я ни хрена не мог сделать. Вот вообще. Мы снова сдохнем, потому что без вариантов. К сожалению, такого количества хп мало на босса. Ну я увернулся, тигр, такое было несколько раз на боссе, и я каждый раз заразу уворачивался. Почему сейчас дамаг-то прошел? Я не понимаю, ребят, честное слово. Не, мы сдохнем. Не вариант. Можно, конечно, пойти попробовать кучу всего. 18, да, я по-любому. Является щит. Меня, потому что, ну, ужасное оружие. Максимум мне может повезти, и тут может кровь выпасть. Но она выпала, только сейчас будет новое проклятие в теории. Ой, как плохо-то. Вот это неплохо. Но опять же, почему все восприятие? О, прикольно. Так, берем это и меняем на что? Чё мне на восприятие? Наверное, тогда вот на это меняем. Я просто честно не знаю, что мне может помочь. По-моему, особо ничего. Так, ну давайте попробуем босса одолеть. Скорее всего, мы сдохнем. Но куда деваться? Здоровье очень мало зарегенилось, хотя в теории 20% должно регениться. Так, я не знаю, ребят, честно, я буду стараться как тигр, как черт, но не судите, как говорится, строго, пацаны. О, не, мы его никогда не убьем. Никогда, ребят. При всем моем желании. Конечно, постучу. Дебил, что ли, после урона бить? Ладно. Что это такое? Могу брать? Я буду знать, что трогать эту хрень нельзя ни при каких обстоятельствах. Окей, окей, не повезло, не фартануло. Блин, давайте еще разок, может быть, ран попробуем замутить. Знаете, эта игра многим хороша, но она очень бесит тем, что здесь космически все зависит от рандома. Тебе выпало отличное оружие, ты всех просто роляешь. Давай, Тамок, пробуждайся, пес позорный. На реликвии пойдем, пофигу. Буду статы брать, буду ловкость, чтобы урон получался. Ну, я считаю, это неприлично ужасно у нас все вышло. Прям супер отстойно. Вот прям честно. Давайте немножко выносливости накопим. А, еще золотишко, ну камон, как же без золотишка-то быть? Поехали, так сказать. Грустно, грустно, я не этого ожидал. Так. Я вроде уворачивался хорошо, как тигр, как лев. То есть нормально, весьма, весьма, весьма неплохо.
Но все в итоге пошло не так, как должно было пойти. Этого вдвойне, втройне обидно. Но куда деваться, как говорится, куда деваться. Парирование сработает. О, прикольно, это невероятно полезная вещь. Не-не-не, можно мне ударить? Вот так вот. Хотя бы здесь противники теперь в темноте не прячутся, и уже хорошо. Потому что вы сами видели, у меня было не так много дамага, и я банально не мог пробить никого. Потому что... О, парирование, забавно, потому что не хватало урона. Я считаю это немыслимо. Урон нам в любом случае нужен, и будем качать его, собирать. А вот уже получится или нет, это вопрос девятый. Тяжелого оружия. Я даже брать не буду, ну типа нафига она нужна? 10% это смешно. Не, в статы идем. Потом, наверное, еще в статы, потому что оружку не дают. И нужно постоянно здоровье при прохождении через дверь искать. И это вот единственное, что могло бы нас спасти в теории. О, нифига, я не понял, как это произошло. Я его передамажил, что ли? Ладно, ну хорошо. Они почему-то промахиваться стали. Я опять же не знаю, с чем это связано, но мы вроде хороши. Я не знаю, зачем брать, но возьмем, пока ничего нет вообще. Здоровье, золото. Я возьму, наверное, и то. И за подношение. Потому что золотишко я ставлю на будущее. Интересно, будет проклятие? Ну-ка. А, наверное, статы, потому что потом оружие возьмем. Да, проклятие, к сожалению, будет обидно. Ну, ничего страшного, как говорится, бывает. Дело глупца вроде тоже было. Да, пофигу. Может быть, рано или поздно мы узнаем, что будет, если настакать весь, скажем так, все количество проклятий. 12, даже идти не буду за золотом, потому что это смешно. Надо было зажечь, наверное. Не подумал. Так, первым делом убиваем этого, который всех лечит. Падла тварь, не человек. Я просто почувствовал, куда он появится, куда он телепортнется. Прикольно. Осуждаю, я по сути надамажил. И сейчас я по сути вернулся. А, не вернулся, потому что стамина кончилась, окей. Я думал, эта фигня сбивает. Игра, почему ты так жестока? Ты не оставляешь мне выбора. Маг здоровья, к урону, хочу все. Да в принципе плевать, давайте золото копить. Сейчас возьмем еще какую-нибудь штуку, которая будет скидывать вот это вот проклятие. И в целом будет allright. Так, золото. Давайте в золото, потому что золото, как бы в Африке золото. К комнате с оружием нужно подготовиться в любом случае. Сохранение-то доступно, ну а толку-то мне от этого? Мне как бы ни горячо, ни холодно. Чем больше урона, тем меньше ошибок мы сможем совершить. Надеюсь я. Хотя мы и толкнем еще нахрен. Смотри, как монсит, а. Сюда, иди, коза. Что-то мало золота. По-моему, комната с золотом не это. Не очень-то и эффективно. Как казались на первый взгляд. Большой дядя, давай, подходи. Получай insane damage. Блин, нифига себе, чудом вернулся. Господи, что происходит? Надо влететь. Можно толкнуть его? Слушать, его можно оттолкнуть, я еще запарировал. Охренеть, комбинация. Это очень круто. Я не знал, что этих огромных можно парировать. Тут, по-моему, его оттолкнули, он ничего не может делать. Отлично. Новую комбинацию заучил. Мое почтение. Здесь немножко золотишко. Проклятый сундук поливать. Как бы... А, что-то выпало. Лезвие дуэлянта. А, не, мне щит нравится. Он в теории может запарировать. Это очень круто. 25 шанс процентов. Это невероятно. Вроде простые ребята. Так, разваливаем их, идем дальше. Здесь ничего нету, хорошо. Все, проход. Ну, здесь, наверное, немножко награды нам дадут. Но опять же, так просто ты ее не получишь, говорит. Мы будем струлять. Негодники. Понаставили своих ловушек. И думают, что это нормально. Я считаю это незаконным. Золото или золото? Золото.
Можно было, кстати, еще в статы пойти, но, наверное, оружку тоже нужно взять. Смертельная жатва вроде было. Да, нормально. Ну, теперь минус золотишко бывает. Грустно, грустно. Урну, по сути, теперь тоже нет смысла ломать. В большинстве своем. Пацаны, давай по одному. Вы же хотите меня? Я знаю, что хотите. Вот видите, парирование просто легендарное. Ни хрена себе, оно парирует, господи. Просто по КД все запарирует, серьезно. А он горит или нет? Нет, ему плевать. Мужик, давай как-то это, выйдешь сюда. Чтобы мы с тобой хотя бы подраться могли. Блин, парирование мое. Почти, как же оно эффективно. Только посмотрите. Я бабосы. Дубинку берем в любом случае, потому что у меня слот пустой. О, ошибка. Нормально, справился. Стоп, там что-то было? Там ничего не было. Плевать, пойдем в эту сторону. Просто потому, что захотелось. Блин, тут дядька, который будет мешаться очень сильно. Угу. Давайте Магессу убиваем быстренько, если получится. Этих мы отталкиваем нафиг. Добиваем эту. О, не заметил, потому что было темно. Нечем оттолкнуть. Стамина кончилась. Ой, а что же я такой дебил-то? Просто бегу на шипы. Виноват. Здесь я идиот прям полный. Осуждаю себя, если честно. Осуждаю. Восстановление при снятии проклятия. Вот это прикольно. Но это только в конце нам сможет помочь, к сожалению. Потому что проклятие я только в конце босса смогу снять. Но в любом случае, халявная хилка, где ее взять, как говорится. Так, будет новое проклятие или нет? Надеюсь, нет. Нормально, живем. Не самая приятная комната, но, как говорится, комнату не выбирают. Добить? Отлично. Довольно темно. Сложно понять, что эти негодяи будут делать. Так, давайте следующую быстренько. По сути, первым делом надо было мага убивать, но я его не заметил почему-то. Может, его не было? Я не знаю, она сама запарировалась, я безумно рад этому. Его, кстати, эти ловушки убили. Осуждаю, не должен был получать дамаг. Все, или, конечно же, третья стадия. Как иначе-то? Я нажимал ворот, наверное, стамина кончилась. Давайте ее зарегеним чуть-чуть хотя бы. Ай, ошибка, ловушка, нормально все. Все, живы целы. Еще одна? Откуда ты взялась, красотка? Тебя же не было здесь. Так, хитрый меч. Атаки наносят 3 удара по линии за начальной точкой. Вау. Я понял, как это работает. Наверное, это возьму. Хотя бы чуть-чуть дамага вья моего. Смотрите, стремительные атаки, это по сути вот эта вот фигня, вот. Раз, два, три, да, все понял. Понял, плюс принял, есть информация, как это должно работать в теории. Ну и что, давайте босса попробуем бахнуть. Надерем его босячью попу. Надеюсь, он будет не сильно против. Погнали. 1100, по сути, мы после этого очень нехило так полечимся. Главное выжить. У нас довольно много дамага на свету. Так что давайте... А, блин, я забыл атаки. Немножко забыл, реально, вот, не обманываю. Поехали, пес. Чё ты так быстро призывать начал? Раньше такой фигни не было. Вторая атака будет. Поехали, раз, два. Просто дамажим его. Перемена, братан, уходи. Вызывать пошел. Нифига себе. Обычно он сразу после этой штуки вызывал. Давай, быстро. Минус тигр, теперь минус ты, братан. Осталось тебя быстренько подрезать, как ни в чем не бывало. Вторая. Ну я же увернулся, ну игра, ну в чем твоя проблема? Ну вот скажите, я увернулся, пацаны. Ну вот серьезно. 100% додж. Просто как чемпион его провернул. Буду в самый последний момент уворачиваться, чтобы, блин, вопросов не было. А, он в любом месте может кастануть, окей. Самое главное, чтобы дамага нам хватало. И вот что он как-то тупит. Все, похоронное для него, победное для нас. И это вообще не сложно. Это стильно, пафосно, скилла, бабах. Хорошее оружие выпало, дело глупца.
Становится больше. Да честно, я бы ничего не снимал, но давайте я сниму, наверное, вот это. Плюс хпшка за то, что у нас бонусы. Булава работорговца. Критический урон. Знаете, наверное, надо брать, потому что лучше выглядит. Хотя, раз, два, три. Это крит был. И это у нас есть. 18. Шанс на ядовитые. Давайте попробуем с дубинкой, потому что я особо с быстрыми оружиями не бегал. Так, у нас есть хилка, по сути. Но нам надо по-любому ее брать. Потому что без здоровья здесь делать нефиг. Главное не получать в конце слишком много дамага. Я думаю... Да я даже дефла хилюсь, мне вообще плевать. Но щит супер легендарное оружие. Давайте, наверное, оружие будем искать хорошее. Потом у нас статы. Да, там слишком рандомно. Я думаю, нам и так в теории может нападать хороших вещей. Либо вообще ничего нигде не нападает. Мы будем грустить такие, блин, ну как же так, игра почему-то так зла. Горящий враг сомнительно, ненавижу это больше всего. Давай проверим дамаг. Ну, не знаю, мне не нравится, честно скажу. Надо было быстро оружие взять. А здесь нам придется со всеми еще драться. Ну, блин, мое почтение. Хотя прикольный дамаг есть. Прикольная атака. Но мало урона, мало. Неприлично мало для того оружия, которым это является, по сути. Нормально прям. Влетел в них насквозь. Там уж не такая плохая оружка в теории. Ну-ка, бабах. И добьем его. Еще, наверное, будет одна стадия врагов, да. Давай, хрень, вылазь. Я тебя сейчас буду станочить и убивать. Куда он делся? Прям сюда. Вот сейчас я мог получить дамаг, но чудом почему-то не получил. Не знаю, честно говоря, почему. Жалко, он не станочится вообще никак. Не успел уйти. От атаки, в смысле, не успел уйти. Хотя пытался. Добью? Не добью. Я нажимал ворот, но стамина кончилась. Игра, твою там мать. В чем твоя проблема? Простите, я кое-где горю, немножко злюсь. Это мелочь, оно того не стоит. Так, когти, когти, это хорошо. Элитным врагам, чемпионам и боссам. Офигенно. Корона отравленного врага. Блин, отравленного нет у нас. Лук. Не очень хочу. Пробивают врагов на вылет. Каждое убийство навсегда повышает основной урон на 5%. Блин. Не, я пока не готов брать вот такую штуку. Давайте возьмем когти. Мне кажется, может быть, в теории неплохо очень. А потом в следующем забеге возьмем вот этот проклятый дамаг, который плюс 2 урона. Ну, и 2. Если это хотя бы минимально будет работать так, как должно быть неплохо на практике, в теории, то это хорошо. Сам не понял, что сказал, ну ладно. Нормально. За одну комбу они дохнут. В целом звучит очень неплохо. И каждый после того, когда у них мало хп, это криты вообще великолепно. Нам подходят, пацаны. Там и закончилось, чудом повезло. Здесь все что-то загорелось, а. Зря я это сделал, ну, нормально. Да, эта фигня тоже была, сейчас полчаса ждать, пока все прогорит, чтобы не получить ненужный дамаг. Мало, кстати, всего выпало. Реликвии, оружие, вообще ужасно. Я сомневаюсь, что мы пройдем, честно. Но я в любом случае буду пытаться. Можно перекатиться? Да, через огонь можно перекатываться. Стоит иметь это в виду. Ну и знать об этом тоже не помешает. А, так сейчас только 5 часов будет. То есть я еще, в принципе, постримить могу. Ой-ой, кто-то смсит. Прошу меня простить. И это мой непрофессионализм. Господи, ну что за люди, ну... Так, простите. Разочек написали, и все. Димас, ну что ж ты пишешь так много? Все, простите, я вырубил звук очень непрофессионально. Ты за Димаса дамага получили. Осуждаем Димаса, на всякий случай. Что такое? Как
какая-то непонятная клевая штука в теории выпала. Плохо сейчас то, что у нас вообще никакого хила нет. Вообще. Парирование отражает... Блин, прикольно, но вот этот щит, который спасает мою попу, я его беру. Однозначно беру. Так, чё по статам? Макс здоровья, придется и то брать, да? Да, наверное. Да, в принципе, неплохо. Не идеально, но опять же. Так, давайте золотишко. Главное не терять много хп. И как-то научиться хиляться. Что хиляться в этой игре вообще не ошибка. Быстро дамажим дядю. Интересно, он считается типа элитным или около элитным боссом? Вот сейчас он мне жопу спас. Это умение. Темно, ничего не видно. Давайте этого быстро задамажим, пока он тупит. Нормально, так, дядя. Да-да-да, давай. По идее у нас плюс 30% по нему дамага, если я все правильно понимаю. Нормально, удалили. Что-то выпало. Древний щит. 2 секунды, забавно, но не. Что-нибудь есть, что можно взять? В теории, да. Давай, реликвию, плиз. Ой, отлично, ловкость это прямой дамаг. Это то, что доктор прописал. Хоть я и боюсь врачей. Фига себе. Ловушек тут. Ненавижу, когда много. А, стоп, а куда идти? Наверное, направо. Ко всем эффектам исцеления. Хорошо, но мне особо лечиться нечем, к сожалению. Это очень грустно. Пацаны, давайте дамажим максимум гипса. Чудом стамины хватило, я думал, не будет. Она вот взяла и осталась каким-то макаром. Зачем? Я думал, я его убью, поэтому я так уверенно начал драться. Эх, мне бы хпшку за прохождение через двери, но не дают, не дают, ребята. Я не знаю, что я буду делать с боссом. Если мы его завалим, нам, по идее, дадут потом хп. Скорее всего. Но мы еще можем и не дойти, если что-нибудь сейчас произойдет. Нехорошее. Ну, в плане такой опыт зафидил. Дурочка сама себя убила. Ой, а что она взорвалась? А, проклятие, это висит. Я и забыл, что она у нас есть. Просто чудесным чудом увернулся. Два раза подряд, не поверите. Так, что надо сделать? Надо... Ребят, давайте, может, на ловушке как-нибудь, не хотите? В целом, неплохо должно быть. Готово, последний. Последний волн. Он сложный самый. Дамажим, дамажим, держим эту паскуду в углу. Не успел вылечить, так тебе и надо, псина сутулая. Хотел поджечь, но потом понял, что проще завалить будет быстрее. Их в теории можно толкать на ловушке, то есть оп. Я его убил быстрее. Ну ладно. Как бы это нам тоже подходит. Такой расклад нравится, нравится, как говорится. Так. Стремительная атака действует 3 раза, а не 2. Нормально. Хороший дамаг, очень хороший дамаг. К основному урон за каждую реликвию. Блин, почему такое? Извините меня, какашечное оружие везде. Я даже брать ничего не буду. Ну потому что это бесполезняк. Когда тебе дают такую фигню, лучше вообще ничего не бесять, чем взять вот нечто непонятное. Последняя комната с золотом, и потом, блин, боссы, и скорее всего мы отъедем. Не вариант, ребят, все это похоронное, не сможем. Золото на полу через некоторое время, хорошо. Я, конечно, постараюсь, но боюсь, что не получится пройти. Ну я не виноват, что игра такая сложная. В смысле, а что это хиллер сюда приперся? Блин, и как мне его убивать? Здесь эти ребята с двух сторон меня зажимают. Надо задамажить. Давай-давай, в углу этих тварей зажмем и завалим сейчас. Нормально. Блин, макс здоровья за убитого врага, но это мелочи. Не, я, наверное, не буду брать, ребят. Парирование, мне кажется, меня куда больше спасет, чем вот эта вот фигня. Попробую банки разбивать. У них же тоже в теории может что-нибудь выпасть. А, так они по КД стреляют, ё-моё. Так, стоямба. Блин, и что делать? Вот, вот так.
А где мне здесь жить? Алло, кто придумал этот дебилизм, блин? Господи, ну зачем это было сделано? Ну теперь я точно босса не завалю, у меня хп не хватит. Мое почтение, просто храм лучший. Ну я не знаю, как это объяснить. Я просто помолчу. С половиной хп босса я в жизни не убью. Я без понятия, как его драть. Он мне одним ударом 100 хп сносит. А у меня никакого дамага даже нет, по сути. Ну вот как-то не фартануло, блин, говорит игра. Да. Блин, ну сложная игра, я же не виноват, что она такая сложная, правильно? Я и так стараюсь, как могу. Так, живем пока. Этот дурин прыгнет. Прыгнул, сделал атаку в итоге, нормально. Звучит зачетно. Давай добиваем, отлично. Ну, надеюсь, что хотя бы здесь что-нибудь дельное дадут пацаны. Да что же хрень, одну дают. Ну все, снова отъезжать на боссе, блин, обидно-то как. И хилок нету, ничего нету. Осуждали тебя, испытываю я, погнали. Еще раз этот позорный чемпион, я просто не знаю, как его доджить. Первого босса я идеально уже выучил, ну типа это не босс для меня. А вот этого хер знает, ребят, ну сложный он. Две атаки, окей. Я постараюсь запотеть как падла. Я уворачивался, но отвечаю. Я примерно начинаю понимать, как он работает вроде бы. Ворота не было. Ой, дебил, ой, дебил. Главное не взять эту штуку, не наступить. Я так понял, переход стадии произошел. Она в конце, дрянь, всегда бьет. Ты чё? Падла тварь, не человек, сюда подошла, буду бить как черт. Я понял примерно так. Давай бахаемся, говнище. Прикольный босс, интересный очень. Мне нравится. В конце всегда бьет, дрянь. Главное не получать. Владос, столько не... Ну, зараза, ну что ж, сейчас ругаться, просто я нервничаю, понимаете? Я не хочу нервничать. Оно нельзя мне нервничать. Потому что мы отъедем на бойс, а это нельзя. Уходи! Зараза, стамина кончилась, падла, тварь, дрянь, не человек, осуждаю, очень сильно. Нельзя подходить. Эту херню ломать, что ли, можно? По сути, да. Давай, давай, Владос, живи, пожалуйста. Ну я как должен увернуться, игра? Ну что за говнище? Это похоронная, пацаны, я отъеду. Я буду, конечно, как тигр драться, но не обещаю. Ну, у меня анимация переворота была. Ребята, ну вы же сами все видели. Была анимация позорного уворота. Грустно, грустно. Опять же, мы получили много камней, черепков. Сейчас мы их на что-нибудь потратим. Так, что это за стоя мог улучшить? Фонтаны крови также дают 300 золота за каждое действие. Не уверен. Ваш уровень порчи повышается со 100 до 120. Немножко не понял, что это значит. Из побежденных чемпионов выпадают 5 предметов. Вот это клево. 1000 золота по-любому. Более высокого качества тоже надо взять по-хорошему. Над чемпионом удваивает золото, которое у вас с собой. Блин, это тоже имба. А что у меня стоит? У меня стоит 5 сложений, вначале нафиг уберу. Золото 50%. Ладно. Ускорение на 5, не уверен. Вот прикольно, но парировать я не умею. На 2% с каждым убийством до 100. Прикольно, но нет. Идеальное парирование. Наверное, давайте возьмем... Ярость, прикольно. Жадное убийство на одну выносливость больше. Прикольно. Так, а я хочу вот это. Нет, где-то было хорошее. Вот, вот это раз. И по сути все, больше я не могу взять. И давайте пока уберем вот, допустим, это сложение нафиг не нужно. Вот это, чемпионов. Хорошо, как-то так. На этом, наверное, мы пока закончим. А потом, если вдруг продолжим, то продолжим. Если не продолжим, то не продолжим. Или давайте начнем, фиг с ним. Вроде неплохо идет. Вдруг сейчас зарандомится что-нибудь дельное. Статы хочу, да, наверное, хочу статы максимально собрать. Заодно проверим, станет ли лучше. Опять же, ребята, если вам везет с ухами, вы проходите за секунду, не замечая. И с хилком. Если не везет, ну, типа, сорян, как бы.
Вот тебе писюн, можешь как-то что-то с ним поделать. Ну вот, извините, это мое видение этой игры. Здесь слишком все на рандоме завязано, прям слишком. Не знаю, мне кажется, неприемлемо, что настолько много рандома. Я, конечно же, рано или поздно это пройду, потому что я уверен, что смогу. Только вот вопрос, насколько рано или насколько поздно. Надо что-то со стаминой придумать. Надо окружением, наверное, больше пользоваться. Потому что я довольно часто этим пренебрегаю. А делать этого, разумеется, не стоит. А, это отдельное отвлечение, сюда можно было и не ходить. И я теперь, наверное, не сложение буду брать, а ловкость. Потому что нафиг мне это сложение, хп, если урона нет. Так бы этого босса заковыряло рано или поздно. Я вот прям реально чувствую, что заковырял бы. Так, этих бахаем. Ударчик быстро. Еще не понимаю, как на них оглушение накладывается, типа благодаря чему. И это пока что покрыто тайной. Так, здесь просто реликвия. Так, золото, корону. Знаете, не так важно золото, как... Я, наверное, это возьму. Тупо корону. Дамаг нужен. А без золота как-нибудь проживем. Его и так ни хрена никогда не хватает. Извините меня. Так, випан или голд? Наверное... Если... Не, мне придется направо идти, потому что я хочу статов набрать. И в теории, может быть, оружка выпадет хотя бы. Короче, первый храм вообще за секунды пробегается. Он весьма прост. Вот, дальше уже сложнее гораздо. По ослабленным врагам. Но нужно какой-то эффект ослабления обязательно иметь. Мне пока с этим туговато. Я думал, я успею вот этой атакой увернуться, но, видимо, нифига. Обидно. Жаль вот на эту козу. А, у меня дамаг не распространился. Давай, давай, добьем. Ну, хотя бы много дамага не получили, супер много. А немного дамага получить можно. Давай, удар. Удар. Зубили, как собаку сутула. По сути, это можно и не собирать, потому что ничего хорошего нет. Комната с золотом была вроде бы. Ну, наверное, да, слишком много золотишка накидано. Так что, очевидно, это она. Серьезно, просто так получил ненужный дамаг. Мое почтение, просто чемпион. Ядовитые атаки, да, давайте копье возьмем. Оно немножко интереснее нашего. В статы идем. И потом, наверное, в реликвию не пойдем, пойдем в статы. Просто в идеале понять, что все-таки качать в первую очередь, что во вторую, что в третью, в пятую, в десятую, ну и так далее. Думаю, вы понимаете. Почему не всегда есть фонарик? Фонарик вообще не ошибка. Чудом не попал, я не видел. Так, мужик, ты, конечно, зря отошел от своих тиммейтов. Думал, не попадет, так сказать. Да может, они тоже как твари, просто овер дофига. Ну почему он не убил его? Косорукий, блин, дядя. Нам по-любому хилка нужна. В первом, скажем так... Ответвление, мне кажется, можно получать дамаг, потому что потом в любом случае можно будет похиляться. Ну, я так думаю. Могу, конечно, ошибаться, но надеюсь, что не ошибаюсь. Так, давайте. По-любому сейчас будет маг, да, вот этот маг, я так и... Ну, я же нажимал, игра. Осуждаю, сильно осуждаю. Давайте мага попробуем вырезать. Блин, как же оно лечит, а? Какая дрянь. Чтобы вы понимали, я нажимал ворот два раза, но он не нажался, ребят. Тупо не нажался. Блин, думал, двоих заденет, но не задело. Лук. Выстрелы ослабляют. Одна хрень падает, вот слов нету. Шо то хрень, шо это хрень, обе хрени. Маг здоровья, найденное золото, одна хрень, серьезно, не могу сказать. Насколько я разочарован тем, что падает. Ну, золото опять, потом пуху, наверное, буду брать перед боссом, вдруг что-нибудь хорошее дадут. Вот сейчас мне опять ничего дельного, ни оружия, ни нормальных статов, ни нормальных реликвий, ни хрена.
Интересно, это босс или нет? Просто если это босс, за него должны много дать лута. Если я все правильно понимаю. Нет, это нифига не чемпион. А, наверное, чемпион это финальный, ё-моё. Подождите, стремительные атаки это вот эти? И типа каждая стремительная будет критом, да? Интересно, интересно. И это можно использовать. Еще как можно использовать? Да, нужно читать описание предметов. В теории это может помочь. Ну я же увернулся, ну что? Я прям, знаете, гореть начинаю. Я не хочу гореть, но я начинаю гореть. Я обычно этим не занимаюсь, но вот что-то как-то это. Не, реально, я вам говорю, мне нужно попить невопасит. У меня вчера еще очень серьезные проблемы с соседями случились, прям вот, не шучу, ужасно серьезные. Вот, и мне действительно нужно попить каких-то успокоительных будет. Стремительные атаки, криты. Идеально такая же, очень странно. Надо еще взять нот на более хорошее оружие, когда падает. Я думаю, в принципе, тоже не ошибка. Дамага не хватает, так бы за одну комбинацию их убивали и были бы нормальными чемпионами. А если золото не брать, а ноды на золото, то в принципе тоже его не хватает. Короче, максимально сложная игра. Не знаю, как в нее играть пока что. Пока что, как говорится, все сложно и нихрена непонятно. Вот ты дрянь. Просто взял и задоджил. Конечно, я получу урон. Не знаю, как я буду бить босса, честно вам скажу. Пока что не понимаю. Ну, по сути, если не буду получать стрелы, то норм. До босса же еще дойти надо, так, статы. Ну, там снова, наверное, если урон будет, я беру урон в любом случае. Так, это они будут взрываться, это даже неплохо, в теории. Но, к сожалению, не всегда. Можно направо сходить? А, это супер огромная комната, ничего себе. И что я смогу увидеть, если пробью? Ничего. Или комната. Слушайте, тайная тропа. Да ладно. Оу май, неплохо. Блин, да почему такая хрень дается? Просто слов нету. Прям реально дается кал. Ну хотя бы этих завалили уже неплохо. Че, дядь нормально полечил? Хотя бы эту завалим буриком. О, нормально завалил, да? Так. Теперь этого дядю будем убивать пытаться. Пока он ничего не видит и не чувствует, не подозревает. Нормально. Телепортировался в то же самое место, мое почтение. Раз, два, третий удар ослабляет. Как ослабление выглядит? А, ослабление просто значок брони, серьезно? Я-то думал, любой отравляющий эффект дает. Сомнительно. Давайте уже босса. Ну, мы, скорее всего, можем еще завалить, если я не буду получать. Но все мы знаем, что я буду получать дамаг. Снова одна фигня. 1250 тратить не хочу. Просто возьму хпшку без золота. Потому что проще, блин, этими кровью покупать всякое. Хотя за эти алтари тоже можно получать золото в теории. Хм, интересненько. Надо будет еще подумать, как это грамотнее лучше сделать. А, ну вот, я уже и занят. Отлично, мое почтение. Думаю, получится постримить, ага. И не получится, как говорится. Намана. Ой, ёлки, я забыл, что они взрываются. Слушайте, это можно цепную реакцию мутить. Это очень круто. Это прям мое почтение, серьезно. Если я завалю босса, то будет супер. Но я, наверное, не завалю босса, посмотрим. Я буду стараться. Как тигр, как лев. Вот этого, по идее, если убить, он взорвется. Мог взорваться до этого момента. Я понял примерно, как это все работает. Нормально, профессионально ворачиваемся. Это не ошибка.
Главное стамину, короче, держать, и все будет alright. Ну, удиви меня, игра, ну плиз. Ядовитые. Критический урон. 2 секунд после идеального уклонения. Придется брать это просто потому, что придется. Ну, не знаю, сомневаюсь, что я смогу одолеть босса. Ну, пойдемте попробуем, куда деваться. Вариантов особых нет. Чемпион, как говорится, он и в Африке чемпион. После него похилимся, если все норм. А если не норм, то не похилимся. Давай, выпускай тигра. Очень мало дамага, очень мало дамага. О, ну все, отлично. Хорошо сыграли. Сейчас этих убиваем и норм. Так, живем. Поехали дамажить пса сутулого. Максимум дела, минимум слов. Но он никогда так... Он никогда такой херни не делал, вы понимаете? Он всегда, когда... Я не могу вернуться в этой игре, когда я делаю удар. Я не знаю, если, видимо, в первом мире проходе до первого босса тебе не дали нормальных вещей, проще скипнуть. Короче, я буду разбираться. Всем большое спасибо за просмотр. Счастья, здоровья, не болеем, ребята. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр, и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.